что, уважаемые друзья, добро пожаловать в наш октагон, а также мы приветствуем всех зрителей в зале. Вась, ну как тебе наша клетка? Соответствует всем стандартам? Да, несомненно, завидую бойцам белой завистью. Что же сегодня здесь будет происходить, брат? Сегодня мы увидим с вами бескомпромиссные бои. 3 раунда по 2 минуты. Бэквист разрешен. Но для начала давайте поздороваемся с очень важными людьми за клеткой. Это команда рефери и судей. И, конечно же, наш незаменимый комментатор Исатай Мадиев. Прежде чем мы начнем, я хотел бы обратиться к будущим звездам Рух Файтинг. Если вы считаете, что на их месте должны быть именно вы, то оставляйте свои заявки на сайте или отмечайте нас в Инстаграм. Бросайте вызов своим соперникам, только делайте это грамотно. Поприветствуем первую пару бойцов. Встречайте первого бойца. Беген Дастан, 24 года. Представляет город Алматы. Клуб «Казах Стайл Боксинг». Встречайте его соперника, Бегимов Жангазы, 20 лет, город Алматы, клуб «Дар Тим». Правила знаем, не нарушаем. Затылок, позвоночник не бьем. Ясно? Внимательно слушайте мою команду. Команда стоп, заканчиваем сидеть. Все понятно? Пожали руки, разошлись. Ну что, уважаемые зрители нашего канала, мы рады вас приветствовать на шоу-турнире Рух Файтинг. Ну и как нам представили первый поединок. Бекен Дастан, Бегимов Жангаза. Бойцы будут выступать в легком весе, но Бекен Дастан изначально должен был 66 килограмм выступать. Чистый вес у этого парня 68, то есть он идет на категорию выше. Немножко рискованный вариант для него, конечно, но в себе очень уверен этот парень. И очень уверенно начинает Бекен Дастан. Ну, а если говорить о Жангазе, то ему всего лишь 20 лет. Есть у него преимущество физухи, чуть-чуть крупнее. Ну, и больше подходит все-таки, наверное, для этого легкого веса. Но посмотрите, уступает он в скорости. Разбирает просто с первых же секунд своего соперника Бекен Дастан. Поменял стойку. Отлично! Играючи просто это делает. Как тебе манера Дастана? Манера Дастана. Видно, что опытный боксер. Сразу же минут разбирает соперника. Актив, дайте актив. Да, он показывает всем видом, что надо попадать, надо бить. Провоцирует. Жангазу. Все, через руку. Точный удар. Все уже, все. Да, наверное, все-таки надо остановить поединок. Согласен, да, бой закончен. Чтоб не травмировать. Да.
Чигапов Ибрахим принял решение остановить поединок. Это однозначно одно из лучших выступлений в рамках Рух Файтинг. Нокаутом победу одержал боец из красного угла Бекен Дастан. Дастан, мы тебя поздравляем. Это очень яркая победа. Ты очень ярко ворвался и заявил о себе. Расскажи, как ощущения, что думаешь о сопернике? Соперник, кроме уважения, ничего сопернику. Соперник красавчик. Просто это моя стихия, бокс. Это его ММА. По ММА, может быть, другое было. Никто не знает. Это по воле Аллаха. Запомните эту фамилию. Я громко расскажу о себе. Мы тебя поздравляем. И надеемся, ты будешь в дальнейшем радовать нас такими яркими нокаутами. Встречайте следующую пару бойцов. Это те бойцы, у которых была очень жаркая face-to-face. И первым мы приглашаем Аманкос Альберген, 22 года, город Актау, клуб Найза. Соперника из города Караганды по прозвищу Гром, Умирзаков Аблай. Бойцы, затылок не бьем, позвоночник не бьем. Внимательно слушайте мою команду. Команда стоп, заканчиваем сидеть. Все ясно? Пожали руки, разжусь полно. Аманкос Альберген, Умирзаков Аблай. Альберген у нас в красном углу, 22 года, город Актау. Мастер спорта по панкратиону, работает тренером на данный момент. Ну, а если говорить об Аблае, он из Караганды, но переехал в Алмату, имеет прозвище Гром. С его слов, в честь Артура Гатти взял себе такой псевдоним бойцовский. Если помните, у этого легендарного боксера было прозвище Гром в свое время. Делай. С первой же минуты боец красного угла прессингует. С передней такой опущенной рукой двигается. Отлично! Попадает сейчас плотными ударами Аблай. Большая работа в клинче. Да, так. По ММАшному, да, друг друга. Сразу же сетки октагона прижали бойцы. В любом случае, привычки остались, годами наработаны. Оба бойца представляют смешанный стиль, поэтому это нормально. Но очень интересная стойка такая у Аблая. Отлично, и бросается в атаку. Не прочь разменяться ударами, оба бойца.
особой тактики мы сейчас не видим здесь. В манере. Делай, делай. Обрати внимание, переднюю ручку и Аманкос начал опускать. Концовка, давай, давай, активнее. Совсем немножко времени осталось до окончания первого раунда. Супермен панч хотел соорудить у нас Аманкос. На челноке сейчас двигается Умурзаков Аблай. Давай, делай. Очень легок на ногах этот парень. Ну, из передней руки в первом раунде очень хорошо поработал. Есть попадание с правой руки. Очень жесткие удары у этого парня. Отвечает сразу же Аубергельна. А я напомню, что этот парень мастер спорта по панкратиону. Универсальный такой боец. Отлично. Хотел с апперкота, я так понял, зайти. Был ракурс немножко неудобный, не разглядел, куда именно целился Аблай. Отличное попадание теперь уже от бойца из Ахпал. Да, вот в углу Аблая просят перекрыть переднюю ножку соперника. Из-за этого давай, даже качай. Стойку поменял, но потом вернулся на исходную позицию. Аблай. Я так понял, тренер требует от него наступить на стопу соперника, переднюю ножку наступить, чтобы он не бегал. Наступить и бить. Такой грязный прием с бокса. Очень хорошо сейчас начал разбивать Аубергельн. Да, чуть более результативнее действует, попадает больше. Хорошо. Давай, концовка! Активнее, концовка! Давай, давай, давай! Раз, раз, раз! Возможно, все самое интересное начнется
именно в третьем раунде, поскольку он последний. Особенно Аблая, наверное, стоит больше рисковать. Очень хорошо опять справа прикладывается. Умеет он справа доносить. Удары отличные. Еще одно попадание справа. И это было довольно-таки опасно. Требует сейчас тренер вот, Аблая заходить под переднюю руку. Возможно, для этого придется поменять даже стойку. Сейчас оба в правше у нас. Значит, опять тот же самый удар. И отвечает Албердин. Хорош. Но не стал взрываться, работать дальше. Но начало было очень хорошее. Хорошо, есть попадание. Да, Блай все-таки решил сделать ставку на один удар. Добивай, добивай! Очень много стали промахиваться бойцы. Контрит сейчас Албергенн. Все делает правильно. Выжидает и контрит сразу же начинает. Ну, неплохо. Выбранная тактика. Но она сейчас приносит результат. Что самое важное. Еще один обмен ударами. Раздельным решением судей в этом бою победу одержал боец из красного угла. Поздравляем тебя, ты показал очень отличный бой. Всех впечатлил. Я думаю, лига с тобой заключит контракт. Свои впечатления, свое ощущение. Как тебе соперник? Как вообще бой прошел? Казахша ватма? Конечно. Ассаламу алейкум, халкым. Бұл жекпе-жекке енді біраз дайындалдым. Аллаға шүкір осындай Рамазан Абылай бауырларым осындай жекпе-жек ұйымдастырып бергендеріне. Өзімнің жолдастарыма, баршаңызға рахмет айтам. Алла разы болсын. Маңғыстау алға, найза алға. Как тебе соперник? Что скажешь? Қарсыласым өте жақсы дайындықпен келген. Рахмет қарсыласыма. Оның тренері өзі Аянда. Өте танымал жігіт. Рахмет Аян. Жақсы осына жекпе-жек өткізуге мүмкіндік бергеніңе. Алла разы болсын. Мы поздравляем тебя. Надеемся еще увидеть у нас. Брат, я помню тебя еще с отбора. Ты показал хорошую технику и был уверен в победе. Что пошло не так? Скажи, пожалуйста. Я в начале, в первом раунде сломал руку себе, палец. Не сломал, вывих. Еще там сломано. Этой рукой я дрался 3 раунда и проиграл раздельным решением. Если бы это не рука, я бы выиграл бы 100%. Потому что я заканчиваю левый. Начинаю правый, заканчиваю левый. То есть дело в травме, да? Поэтому многие люди хотели именно реванша этого боя. Ты готов будешь, как только твоя травма залечится? Да, реванш неизбежен как? Неизбежен. И можно я поблагодарю своего тренера Аян Агай, своих братьев и свою маму. Всех, короче, кто за меня болел.
Друзья, не забываем про нашего главного спонсора и партнера – компания OneX. Самые высокие коэффициенты, моментальные выплаты и большие выигрыши. Переходи по ссылке, закрепленной в комментарии, регистрируйся с промокодом OneXRuh и получай 200% на первый депозит бонусом. Переходи и регистрируйся. Сейчас выйдут бойцы, которые очень сильно любят хайповать. Это звезды наших пресс-конференций и мастера крылатых фраз. Мы начинаем! Друзья, встречайте, самый быстрый таксист города Алматы. Игимбаев Айдос по прозвищу «Таксист». Его соперника из Кыргызстана, город Бишкек, Арзыбайулу Акылбек по прозвищу Перекупщик. Крылатая фраза Акылбека: «Я могу купить тебя и продать». Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушайте мою команду. Команда «Стоп», заканчиваем все действия. Все понятно? Покажите красивый достаток. Ну а мы идем дальше. Генбаев Айдос по прозвищу «Таксист» против Арзбайла Ахубека по прозвищу «Перекупщик». С таксистом-то понятно, а вот да. Перекупщик попробую объяснить. По его словам, 5 лет он работал в Москве, сейчас в Кыргызстане работает. Занимается тем, что продает телефоны. Ага, таксист у нас уже здесь болит. Да. Таксист рубка. Против перекупщика. О, сразу же открытая рубка у нас пошла. Я думаю, надо будет закончить досрочно. Где еще могут встретиться таксист и перекупщик? Я думаю, они часто встречаются. Мест пересечения очень много, но... В этот раз это «Рух Файтинг». Октагон «Рух Файтинг». При покупке машины точно. Оу, оверхенд такой неплохой получился. Рубка, рубка, рубка! Головой вперед просто в рубку лезет. На конференции они дали жару. Да, кстати. Особенно таксист. Кстати, Ахылбек ему сказал, что после боя ты меня отвезешь домой. Да. Кто-то добавил, что до скорой, поэтому да. Посмотрим. Пока мы видим просто открытую рубку. В каждый удар просто вкладываются бойцы. Опять вправо попадает и отвечает. У обоих, кстати, именно бьющая это правая рука. Левая у Айдоса, извиняюсь, правая у Ахылбека. Хороший был корпус. И заряжаются именно на эту ударную руку. У кого именно, пока не могу понять. Темп немножко упал. В рубке, кажется, очень много сил оставили бойцы. Но. Я уверен, да. Бой точно закончится. Пошел добивать! Это был удар. А какой шанс был у таксиста сейчас?
рефери дает разрешение. И второй раунд. Собран, выжидает. И видно прям, что Айдос заряжается на один удар. Опять рубка опять пошла. О-о-о. В корпус. Был точнее в этой рубке. Ахлбек пошел вперед. На выходе из клинча чуть-чуть не дотянул. Арзубайло. Да, и кажется, все-таки переламывает ход поединка боец из Кыргызстана. Мне очень нравится. Так откровенно они... сближаться, это, конечно, это не очень хорошо для Айдоса. Да, на арене шум. Мы даже свой голос тут уже перестали слышать. Публика очень эмоциональная. Бэкфейст в исполнении Айдоса, но все в воздух. Октагон оставляет хорошие следы. Да, на спине, да. Почти все бойцы ушли с октагона с такими отметинами. Слева все-таки догоняет одним ударом Айдос. Что это было? Это был нокаут. Это был нокаут, конечно. По-моему, кыргызский боец тоже от удара упал. Но он встал легко. Айдос отказывается. Да. Начинаются вопросы. Что происходит? Двойной. Да, из-за того, что это был двойной нокаут, все-таки отсчитали одному бойцу. А, нет, время закончилось, я так понял. Я надеюсь, сейчас ничего не начнется. Да, очень интересная октагона. Ситуация. Боец из Кыргызстана покидает октагон. Кажется, не согласны с решением судей. Ну и вообще надо разобраться, что тут было. По идее, как мне кажется, тут было все-таки два нокдауна. Возьмем, да, нужно было отсчитать именно двоим бойцам, но соперник, по крайней мере, встал. Он легче встал, он сразу встал. Легче ему было встать. Вернули Ахлбека в октагон. Все. Что? Я понял, в чем дело. Расскажи мне, пожалуйста, тоже. Таймкипер, кажется, проспал. Этот удар был нанесен после времени. Окончания времени. Удивительно. Но вопрос в другом, сможет ли дальше драться Айдос. Не очень хорошо он выглядел после этого падения. Обоюдный нокдаун, да, мы с этим согласны, но жестче попал все-таки Ахлбек. Ну и даже по тому, кто как поднялся, можно заметить, что... Конечно. Более жесткий удар был именно от бойца из Кыргызстана. Но, исходя из... Бойцы в октагон! Я понял, что удар, вообще этот размен был после гонга. А кто-то говорит, что... Ребята, давайте завершим этот бой. Ребята, я попрошу судейскую коллегию быть более внимательными к таким моментам, так как из-за таких моментов могут страдать бойцы. Да, все-таки. Я думаю, мы обязательно устроим реванш. Решили остановить поединок. Да, забирает победу Арзубайло Акылбек.
чем мы его, конечно, поздравляем. Но точка, мне кажется, все-таки не поставлена. Жігіттер, бүгін сендер нағыз бой көрсеттіңдер. Өте әдемі, өте мықты бой болды. Бірақ өкінішке орай жаңағы судьялар арасында болған проблема үшін бойды тоқтатты. Я, оны түсініп отырмыз. Женіс сенікі, брат, сені құттықтаймыз. Бірақ сен Айдосқа реванш бересің ба? Сон айт. Берем, Айдос, смело. Любой момент, любом месте. Любом месте. Я только боюсь, только, я боюсь только Аллаха. Никто меня не остановит. Понял? На бой. Сперва ты выиграл сегодня Айдоса, я хочу тебя вызвать на бой. Ты сегодня боксировал на 70 килограмм, давай сделаем 68, мой рабочий вес 68. Все, давай тогда. 5 марта побоксируем, давай. Я думаю, это будет интересный бой. Давайте сделаем face-to-face. Если оба бойца согласны... В первую очередь уважение к друг другу, ребята. В первую очередь. Ақыл сені жеңісімен құттықтаймыз. Сені Қазақстанда асыға күтеміз. Келесі бойға рух файтинг сені күтеді. Жеңісің құтты болсын. Ассаламу алейкум, Алматы. Барыңыздарға ассаламу алейкум. Если вы хотите меня вызвать на бой, я любой момент готов. Иншалла. Иншалла, любой момент готов. Любом. 70 килограмм, 68. Айдос тоже дам реванш. Если хотите со мной, поговорите менеджеру. С ним, с братом. Спасибо вам, казак, кыргыз, биртуган. Я вас очень уважаю. Алхамдулилля. Аллаху Акбар. Кенгис, кто вас нахал? Келес көрскенше. Ал енді Айдос, өзің бой туралы не айтасың, не дұрыс болмады, қандай қателік жасадың? Қателіксіз адам болмайды, бәріміздің қателік кетеді. Негізі білмеймін, қателік енді біреуден іздегім келмейді, қателіктің бәрі өзімде, өзім кінәлімін. Ешкімнен қателік іздегім келмейді. Бірақ бұмен қол түсірмейміз, бұмен құламаймыз. Алла қаласа, басқа, именно осы промоушынның басқа шыңдарын бағындырамыз, Алла бұйырса, жақын арада. Рахмет, халқыма, жұртыма, үлкен рахмет, бауырларыма, анашыма үлкен рахмет. Осындай батырды тәрбиелегеніне. Рахмет, бауырларыма. Соперникіме уважение, красавчик. Достойны победа. К нам, енен. Ал енді Айдос, сенің оралуыңды асыға күтеміз. Келесі турнирда, рух файтингта, дәл осы жерде саған реванш жасап беруге тырысамыз. Мен де асыға күтемін. Рахмет, Рамазан, сізге үлкен рахмет. Бізге осындай мүмкіндік бергеніңізге. Біріншіден, сізге ең үлкен рахмет. Рахмет, халқыма осындай поддержка беріп жатқанына. Әрқашан дайымыз, артқа қайтпаймыз, артқа шегінбейміз. Алла қаласа бәрі алдыда. Сендерге рахмет. Ну что ж, ребята, сегодня был невероятный турнир. Ребята показали настоящий класс, настоящий профессионализм и показали по-настоящему яркие, кровавые, жесткие бои. С вами был Рух Файтинг, первый в Казахстане Pop MMA Promotion. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Болейте за своего бойца. До следующих встреч!